17 июня стартовал конкурс «Доброволец года», который проводится в целях развития и распространения волонтерской деятельности в Магадане. Основными задачами этого конкурса являются выявление и поддержка наиболее активных добровольцев среди молодежи и улучшение их личностных качеств. Сам конкурс проводится в три этапа. С 17 июня по 15 ноября принимаются заявки на участие по адресу: улица Горького, 16, кабинет 415. С 16 по 24 ноября пройдет заседание жюри, где они будут оценивать стаж, эффективность, системность и разнообразие выполняемых функций добровольческой деятельности, а также ее социальную значимость. Из 25 ноября по 5 декабря пройдет заключительный этап – подготовка и проведение церемонии награждения.